В первую очередь с победой. Что не хватило в первом тайме, чтобы распечатать все-таки ворота команды «Мирандоль»? Что удалось вам во втором тайме? Ну, если честно сказать, то «Мирандоль» в первом тайме, конечно, играл хорошо в плане обороны. Играли на контратаках, у них даже были моменты забить, даже больше, чем у нас. Мы первый тайм обосрались конкретно, и по-другому не скажешь. И что же касается второго тайма, вышли, и видно, что ребята подустали. Мы за счет физики, естественно, и за счет исполнения забили свои 7 голов, да, вроде 7. И все, идем дальше. Ребята, спасибо, играли очень достойно. О чем говорили в перерыве, что меняли? Ну, честно говоря, просто попросили пацанов убрать вальяжность, потому что слишком вальяжно начали играть, мол, не такой сильный соперник. И второй момент сделали буквально одну замену, но она была сразу подготовлена Игорем Сергеевичем. Ну и, как видите, она сыграла, потому что Фрол вышел и сразу забил, ну и принесла 7 голов. Так, в принципе, больше ничего. Выходите в 1-4, какие планы на дальнейшую стадию плей-офф? Ну, насчет 1-4, конечно, выйти дальше, играть, выигрывать. До 1-2 дойти, выиграть. Финал выйти, выиграть. Других нет вариантов. У нас должок еще. Мы недавно проиграли. Один финал уже. Хочется еще один выиграть. Поэтому будем, естественно, возвращать долги. Поэтому только победы.